Песни военных лет, видеоролики о Великой Отечественной, творческие номера и чтение стихов. В рамках фестиваля «Соборная Пасха» в Театре заслуженной артистки России Натальи Бондаревой состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Сегодня мы сделали не то, что концерт, а сделали такую встречу, открыли такой дискуссионный клуб «Я и время», чтобы получился диалог. Сегодня очень интересные люди в зале. Очень хотелось, чтобы они поделились своим, как так, как вообще быть героем. В зале школьники, жители, почетные гости. Их всех в этот день объединило одно – любовь к родине. Со сцены прозвучали истории об участниках войны и напутствия для ребят. День 9 мая, он был, есть и будет всегда главным праздником. Потому что столько горя пережил наш народ. А самое главное, из поколения в поколение переносится память. Чтобы вспомнить подвиг героев Великой Отечественной войны, ребята поднимали архивы, смотрели исторические фильмы. Каждый смог внести небольшой вклад и принять участие в программе праздника, признались школьники. Приняла я участие, потому что, во-первых, нужно моим родителям, во-вторых, нужно мне по душе, потому что мне это очень нравится, мне это пригодится, в принципе. Я, так сказать, познаю новые вещи, которые не знаю о Великой Отечественной войне. Своими выступлениями школьники и артисты театра еще раз выразили благодарность за героический подвиг наших солдат. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».